Девочки и мальчики, привет всем! Ну что, я как обещала, мы приехали на STCL. Посмотрим, что здесь есть. Машин много. Домик такой, ну такой, небогатый. Но никто не знает, что там может быть, правильно? Давайте посмотрим. Вот такой вот домик. Видите? Машин много. Сейчас посмотрим, что нас здесь ждет. Винсент, вы видите, мотоцикл продают здесь. $2000. Сузуки. 13 тысяч миль всего. Сейчас надену глаз. Ну вот, мотоцикл, видите, надела я глаз на телефон. Винсент говорит, что он слишком ржавый. Поэтому он такой дешевый, видите. Ржавчины много. Ну ладно, идем. Посмотрим. Смотри, вот тут вот такие гитары, смотрите, какие вообще, какие гитары-то классные, $300, вот это да, вот это мы попали, видите, вот это домик, ничего себе гитарки, а какие узенькие-то, классные, я не знаю, то ли он сам делает, то ли чего уж, I think he making them, no? А вот доброчка. Вау, baby, it's so nice. Посмотрите, какие гитары-то. Вот это да, вот там настроечки всякие, и что только нет, и обычная гитара. Да. Ни хрена себе. Can you take one? I wanna see on you. Take one, I wanna make a video how you play the guitar. Вообще круто. Все, вообще в гитарах, посмотрите, сколько тут этих гитар. What one you like the best one? If you would pick from any. Hold it, hold it, I wanna see, huh? Lead guitar. Lee? Lead. What means lead? Lead, lead. I don't know what that is. It's a regular guitar. Yeah. Can you turn it off, Vincent, to me? На гитаре. $60. You actually look right now like this Pink Floyd guy. Oh yeah. With my hair. What's his name? Oh, I forget now. Baby, come on. Cool. You can take it. And we can have it. $60. It's a regular guitar. Oh yeah. Wow. Посмотрите, это какая тоненькая. Look how thin. Yes, yeah. This is a bass. Тяжелая. Да, конечно, думаю, что дом обещает быть интересным. I think it's going to be. Are these your guitars? Yes, sir. Oh, okay. Very nice. Oh, really? You make them all yourself? They look, yeah, handmade. Oh, this дяденька. Well, I was making them, but дяденька, который делает эти гитары, оказывается, это владелец. Really? А это, смотрите, тут всякие части от гитары, всякие струны. Просто обалденно, смотрите, тут можно чего только не купить. Видите, какой крутой дядька. Ну надо же вообще, красота. Ну что, пойдемте посмотрим, что там дальше. Сказали осторожно, очень много ступенек. Поэтому будем идти и смотреть, что... Здесь интересно. О, какие часы Bush. Портрет Мэрилин Монро. Мэрилин Монро, это тоже какая-то ваза, видимо. Что здесь сзади меня картина? $600 картина, видите, какая. Так, что здесь? Там что, открывается, нет? Да. Здесь тоже можно открыть и посмотреть. Смотрите, это бильярдная. Бильярдный стол за $300 продается. Вон какой свет. Кстати, очень модный свет для них, потому что это Budweiser, и, видимо, это старинная вывеска, $300 стоит. Но дядька коллекционер старинного такого всего. Смотрите, станок слесарный, всякие полочки, гольфные вот наборы, удочки,
Ну, нам больше здесь пока вроде ничего не надо. Видите, написано везде. Осторожно, ступеньки. Так. Что есть еще? Давайте посмотрим, что здесь у нас. О, это красиво. Здесь такие всякие стопочки стоят. Вот такая стопочка, видите? Здесь. Видите, кондиционер какой у людей. Это старые кондиционеры. Это, конечно, нехорошие кондиционеры. Вот тут у них, значит, библиотека. Орган. По-моему, это орган или что? Или это просто клавишные? Ну, наверное, не орган. Нет. Дальше что здесь у нас? Здесь у нас кувшин с кружками такой интересный, да? Какие тяжеленные вообще. Так, что здесь еще? Ой, здесь такие вещи, я вам хочу сказать. Вазочки $15. Там, вот смотрите, какие красивые бокалы в виде женщины. Видите? Женщина держит бокал на... Вот там уже играть начали, по-моему, в игру, в этот, на гитарах. Так, что еще здесь? Здесь стаканы очень... Вообще просто шедевральные какие-то, бейс. Я свои такие стаканы классные. Ой, я такие 4 стакана взяла, каждый по 3 доллара, да? Так, посмотрим сейчас, что мы купим или нет что-нибудь. Это костеры, видите, на которые ставить стакан с напитком. Что дальше? Дальше. Тут тоже ступенька, тут тоже, значит, библиотека. Что здесь? Здесь 5 подсвечников с девушками. Дальше что мы видим еще? Это мастер-бедрум, кстати. Видите, как в Америке люди ходят по дому и, как говорится, дергают, трогают, нюхают, смотрят, отщипывают, покупают. Так, я не знаю, мастер-бедрум это или нет. Наверное, да. Дом старый, поэтому такие вот раньше были мастер-бедрумы. Все продают, видите, вот всякие картины старые. Осторожно, ступеньки. Видите, это бар такой. Ну, бар мы были у этого. Так, мне кухню надо, кухню. Сейчас хочу кухню посмотреть. Может, а вдруг кастрюльки найдем такие, как раньше. Я зеленые нашла. Так, что у нас тут? Бокальчики. Баночки очень хорошие, видите. Вот, под сахар, под крупу, под все. Какая напольная ваза, смотрите, $400. Видимо, какая-то очень старинная, я не понимаю в вазах. Ну, вот, видимо, стоит она такую цену, видимо, больше стоит, распродают на эстет цену за 400. Это какой-то набор под пунш. Пунш наливаешь и чашечками поддеваешь. Так, здесь что у нас? Такие фигуры очень красивые. 175-250. О, тут у него все дорого. У дядечки у этого даже кожаную куртку продает. $120. Видите, какая. Перчаточки кожаные. Видимо, он... Ну да, он же на мотоцикле. Мотоцикл же там был. Подставка очень красивая за $55. О, это вообще, смотрите, из стекла сделан. $25. Такая вообще... Обалденная. Господи, Наташка, да не трогай ты, хотя ради бога, не разобьешь сейчас все. У подписчиц у моих прям сразу инфаркт будет. Так, значит, вот тут очень много наборов вот таких, видите, как пунш. Очень много у него всяких соусниц, салатниц, тарелок. Ой, какие красивые, напольные. Ой, здесь, подождите, я уже не знаю, куда смотреть. Вот еще из стекла тоже девчонки такие разные, красивые. А, так, это значит для того, чтобы держать книги. На полу стоят разные. I know. That's what I'm saying to you, yes. Yeah. I was talking to him. Посмотрите, какие красивые. Look at how beautiful this. It's amazing. That is nice. Девушка, посмотрите на это. На скаку. На скаку. На каку. На коне. Так. Смотрите, какая подставка красивая. Просто обалденная. Вообще, вот там девушки разные. Это панно. Очень красивая девушка тоже сидит на берегу. Вот-вот превратится в русалку. Так.
Vincent, I saw very nice glasses. I think maybe you're gonna like it. I don't have that. It's a Franklin Mint folder with the Western art. You had to buy these by subscription, and it has a cover sheet that's got the back story. Ничего себе, видите, кто написал эту картину, каждая из них имеет такой лист. Надо же, огромная, смотрите, какая. Really? Это с 70-х годов. Захотел еще посмотреть, что там. So are these yours? Yeah. Oh, wow. Why are you getting rid of them? Really nice. I'm going away. Шикарная коллекция, конечно, вот этих картин. Говорит, что такое нигде уже не купить. 250. Very nice collection. I just picked it up because I thought it was cool. These guitars are amazing. Very amazing. Yeah, look like a skripka. Like a violin. Look Beetle like violin. Huh? It's like Beetle. Beatles? Yeah. Oh, it's like Beatles. Beatles такие были на гитаре. Круто вообще. Вообще круто. Еще все-то не обошли. Стаканы поставили. Стаканы решили взять. Так, надо нам уже менять стаканы. У нас перебиты все, и у нас все разные. Поэтому вот такие стаканы вообще классно взять. Так, что у нас здесь еще? У нас здесь еще комната с очень-очень красивыми какими-то. Нет, тут ничего красивого, конечно, нет. Но сейчас мы посмотрим, что здесь на столе. Здесь на столе тарелки, парусники. Дядечка, видите, хранил. А это что-то натуральное, что ли? Я не знаю, что это даже. Что это вообще? А, это какие-то... покрывало, что ли, я не знаю, $15. Нет, не такие, это были сборники. Видите, какие кондиционеры? Таких кондиционеров уже ни у кого нет. Вот тоже такая штука за 60, смотрите. У него очень много таких. У него очень много вот таких статуэток, извините, мне позвонили, поэтому... Так, что у нас тут? Ваза. Винцент ходит, смотрит. Is that cool stuff here? Oh, yeah, the guy's really interesting. Yeah. Смотрите, какая красивая тарелочка. Очень красивая. Продает все с молотка, короче. Все у него такое очень дорогое. Он продает, говорит, уезжай к сыну. Говорит, я говорю, дом продаешь? Он говорит, дом на аукционе продается. Представляете? То есть это дешево, значит. То есть дом тоже он такой. Даже, видимо, его ни один риэлтор не взялся продавать, поэтому его выставляют на аукцион. Заходим в следующую комнату. Что здесь видим? Так, посмотрим. Здесь у нас вон тоже, видите, барабаны. Шапки. Ooh, look at that. Put one. That's a really cool hat. It's from Turkey. Is it? I think, yeah. I thought it was from a lodge. It's from Turkey. Yeah. Look, show it to me. Legion of Honor. It's from a lodge. Show it to me. Ужас! Ужас! Yeah. It's from a lodge. Mm-hmm. Разные сосудики. Конечно, чего только нет, я вам хочу сказать. Если понимать еще в этом во всем, так вообще бы хорошо. Мы пришли как два барана. Так, вот тоже какие-то...
такие, видимо, включаются они и поют. Когда-то пели, наверное. You want a Pepsi Cola? It's an old, old one, huh? Pepsi, long neck. Yeah. Ну, шапки вообще, конечно. Смотрите, какие красоты. Какой красоты. Сирия. А, it's from Syria. Да. Сирийские шапки. Сумка какая-то интересная. Так, что за сумка? Вот из да. Ну, сумка для хаты. Это для шапок сумки. Так. Что, Винсент, еще раз? Так, у нас здесь пожарная машина. Yeah, that's an oldie. A very oldie. $20 всего. Так, это кто у нас? А кто это? Суворов, что ли? Baby, who is that? А, Джордж Вашингтон. It's our guy, Russian guy. No. Суворов. Ну, совсем уже. Акриловые красочки. Троллейбус. Дальше, sure. Что у нас? Идем. Видите, в ванной даже. В ванную иди и смотри, что там, сколько всяких картин красивых. Чеканки картин. Помните, такие чеканки были? Да. Опять позвонили мне. Оля там до меня не может дозвониться. Сейчас буду перезвонить. That's really interesting. Yeah. Смотрите, какое старье. $45, да? Но вот, видимо, очень-очень-очень она коллекционная такая. Смотрите. $1. Help retarded children. И вот такая штучка. И что-то там класс конфетку туда вот. Пластмассовые контейнеры новые. Абсолютно. Девушка лежачая, вот видите. Сколько? $85. Ну, это надо быть мужчиной одиноким, чтобы таких везде положить. Винсент смотрит кожаную куртку. О, oh, let's see. Well, he's biker. Yeah. Wow. Heavy? Yeah, очень, oh, очень тяжелая. Очень тяжелая, говорит, куртка. It's too big. Oh, yeah. He's a big guy. О, oh, Винсент. Ужас! Ужас! Смотрите, какая тоже статуя интересная сейчас. Скульптура. Видите? Прям можно назвать Камасутра, baby. Careful. Эти парень с девушкой красивый. Мы уже с Линцем там прям приглядели эту. Ну, там не видно, не написано откуда и чего. Maybe here. You can see, no? Ну-ка. Что написано-то не видно. Блин. Ну такая красота, here, я думаю, вообще, думаю, купить что-то. Посмотрите, она какая огромная, красивая. Where is it from? What is it? Кто-то расписался, не знаю кто. Ну это вообще, конечно, такая красота. Я думаю, купить и поставить куда-нибудь дома. Не знаю, куда поставить-то, понимаете? Вот куда можно ее поставить? Ну что делать, не знаю. А это видите, какой комод или что это, я не знаю, с выдвижными. Наверное, письменный стол. Это, по-моему, письменный стол такой, но может комод, я не знаю. Видите, по бокам какие-то уже стоят статуи. Видите? Вот так. Тоже, видимо, очень дорогой. Я не знаю, сколько он стоит. Но похож на письменный стол, который, да, у которого стекло. Ну-ка. О! Нет, я не сломать бы, ладно. Не знаю, что это. Can you see? Can you show it, да? Just to pull it up closes. Come slides out to glass. А, ну вот, видите, это закрывается. Это может быть и барчиком каким-нибудь. I don't think it's desk, is it? Может, и письменный стол, а может просто сервантик какой-то. А, here it's closing too. No, yeah. It's a, I think it's a just it's just showcase or something. Ooh. A
Наверху тоже так же достается витья, оказывается. That's один витья можно... The files. Да. So, yeah, it's a desk. Desk, окей, все-таки это desk. Oh, I'm sorry. A lot of white. Yeah? Yeah. Okay, anything else you want to see? No. Ну все. Мы купили стаканы. 8 больших стаканов и вот 4 тех. What's $100 worth of glass? No, not $100, no. $50? No. $25? Смотрите, какой шикарный шоу-кейс. Мы когда-то искали, да? $200 всего. Это просто такой шикарный. Обалденный. Я вообще в шоке, конечно. Maybe he gonna sell us for $200 with all together. Просто обалденный, абсолютно новый, можно сказать, да? Такие вещи стоят тысячи, больше тысячи. They cost more than 1,000. Oh, easy. This probably, yeah. The way it's made, how old it is, and the shape it is, yeah. It's probably worth about $2,000. Даже 2000, наверное, стоит. Представляете, а тут $200 всего. Yeah, easy. Вообще. He's trying to а нам не stuff. Надо, и никому не надо. Так. Вот посмотрите, какая статуэтка стоила $575, да? Она сделана в Германии. Он продает ее. How much is gonna cost right now? $150. Посмотрите, какая, я уже показывала ее, да? Очень красивая. $150 всего. Yeah, it's beautiful. Очень красиво. Винсент у меня все разглядывает. Девочек. Yeah, сколько стоит, за сколько продает? $325. Ну это офигеть, нет, ну 325 нам точно не надо. These things are nice. Посмотрите, что это, вот из да. For ice. А? Ice bucket. Ice, а, да. Для льда. Да, конечно, вот эти вот картины-то очень, наверное, очень ценные. Но не могу сказать, конечно. Смотрите, вообще сколько дяденька тот. Музыка играет очень громко здесь, конечно. Да. Видел не эту комнату? Yeah. Говорит, я вообще не видел. Ага. Винсент, это все из одного человека, да? Я. Винсент, look at that Budweiser. Yeah, that is cool. Is that cool? That is cool. It's cool. Вообще обалдеть. Nice pool table, because that's cool. Ну, короче говоря, это одна из грустных историй, почему продают все вот это. Вот этот дядечка, он болеет раком и уже как бы смертельно болеет. Поэтому он сейчас все продает и уезжает к сыну, который уже будет за ним ухаживать. Вот он Винсенту рассказал. Очень грустно. Ну что, вот еще покажу еще раз гитары. Все-таки у человека у этого золотые руки. Золотые. Смотрите, все смотрят на эти гитары. Он продает их просто по дешевке, потому что он говорит, они у него продавались очень дорого в магазине его. А теперь он все это закрыл и допродает. Да, конечно, классно. Он упаковывает стаканы, а Винсент все не может налюбоваться вот этой вот гитарой. Вот именно вот этой длинной. Смотрите, какая просто офигительная гитара. Саня у нас сейчас на меня смотрит и говорит, почему ты мне такую одну не купила? Он же у нас еще музыкант, Саня-то, если вы не знали. Так вот, пожалуйста. Да. Here's one of those microphones like what you got. Микрофон. $45. Новый микрофон, смотрите, это, наверное, лучше, чем я. Probably better than mine. Probably. You want to take a look at it? Yeah. Винсент, давай посмотрим на микрофон. Ну-ка. That's what a nice case. I don't know if it works, though. Oh, yeah. Like that, yeah. Oh, wow. Посмотрите, какой классный микрофон. Yeah, this is a nice one. So what do you do with them? Where you put this microphone? This is for, like, singing, when you're singing and stuff. Talking. Yeah, that's cool. Very nice. Смотрите, какие фотоаппараты. Я не знаю, если кто-то понимает в фотоаппаратах или нет, но вот такие фотоаппараты продаются за 20, за 12. Ну, наверное, не ценятся, раз за такие деньги. Ну, кстати, там тоже какие-то гитары сломанные, недоделанные. Ну что, вот мы, целые руки у нас всяких стаканчиков.
You think we bought the very good stuff? Yeah, bought good stuff. Yeah? Yeah. To me, for me to break, right? For you to break some more. Для меня что-то разбить. We're almost out of glasses, if you noticed. Мы почти вообще, у нас уже почти нет стаканов. Наташа уже все перебила. Все стаканы перебила, Наташа. Поэтому вот.